Балет – это не просто танец. Целая жизнь, полная эмоций, страсти и таланта, рассказывает фотограф Андрей Ларионов. Снимок был сделан на презентации выставки в 2020 году. Мужчина стал свидетелем того, как балерины готовятся к выходу на сцену. Такие хрупкие, женственные и пластичные. Оторвать глаз было невозможно, а руки так и тянулись к фотоаппарату. Тогда Андрей подумать не мог, что случайный кадр получится таким удачным. Тут самое главное было то, что меня не замечали, потому что большинство людей, которые не умеют позировать, они все-таки перестают быть собой перед камерой, их как-то закрепощаются, что ли. А вся ценность этой фотографии именно молодость, живость и вот эта страсть, которую я попытался именно через цвет и выразить. В Самаре в историческом парке «Россия. Моя история» открылась фотовыставка «Каждый охотник желает знать». Это новый творческий проект регионального отделения Союза журналистов России. Здесь можно увидеть десятки фотографий самарских авторов. В их числе Юрий Стрелец, Наталья Шенкевич, Владимир Привалов, Надежда Раскина, Владимир Рубинчик и другие. Но уже почти 16 лет, как мы существуем, хотелось отметить эту дату какой-то яркой во всех смыслах слова выставкой. Нас же много все-таки там, человек 20-25 как минимум. И у каждого есть свои какие-то представления об искусстве, скажем так. Работы здесь собраны не по жанрам и темам, а по цветовому принципу. Экспозиция включает 7 разделов. На снимках запечатлены природа Самарского края, город, его лица и абстракции. Знаем, что каждый цвет, судя по психологии, влияет на наше настроение, наше эмоциональное состояние. И вот они поставили перед собой очень такую сложную задачу, чтобы это было и эстетично, и чтобы это воспринималось психологически комфортно, и чтобы это было красиво. Любопытно, что авторы выставки не только сами играют в цвет, но и стремятся приобщить окружающих. Для посетителей организаторы приготовили небольшой квест. Среди всех работ нужно найти кадр с фишкой выставки – фазаном. Ну что, попробуем? Вот он. Птица попала в объектив. Шенкевич Наталья. Выставка продолжит свою работу до 2 марта. Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.